тест-драйв не прошел. 46-летний мужчина, который взял мотоцикл BMW, чтобы опробовать его перед покупкой, разбился на дороге. ДТП произошло недалеко от Шабровской нефтебазы. Мотоциклист, не справившись с мощным внедорожником, столкнулся с фурой. Водитель тягача пытался увернуть, и лобовое столкновение удалось избежать. Однако за собой многотонник вез прицеп, груженный кирпичами. В него и врезался байкер-новичок. Мотоцикл отбросил на идущую сзади Тойоту, а резко тормозившую иномарку, в свою очередь, ударила сзади Митсубиши. Травмы мотоциклиста оказались несовместимы с жизнью.